Зачем спрашивать мнение у людей на улицах и как можно посмотреть на любую проблему под другим углом? Как создать успешный телевизионный сюжет, обсуждали в рамках третьего фестиваля студенческих СМИ «Инфобум». Спикером на мастер-классе выступила моя коллега, выпускающий редактор телерадиокомпании «Сургутинтерновости» Дарья Давыдова. В течение полутора часов ребята разбирали, как выбрать тему для полезного и актуального материала, чьи интервью должны обязательно быть в сюжете, когда присутствие журналистов в кадре необходимо, а когда это сделано безосновательно. Все слушатели мастер-класса – студенты Сургутского профессионального колледжа, на базе которого есть свое телевидение. Так сказать, опыт работы у них уже есть, поэтому разговор шел почти на равных. Тебе эта работа будет не в тяжесть, а наоборот, ты будешь развиваться с ней и получать что-то новое не только для людей, освещая им какую-то информацию, но и для себя. Самое серьезное, не связано. Во-первых, это отсутствие логики как таковой в сюжете, потому что нелогичность аргументов и фактов приведет его к тому, что это будет коллапс. Я бы посмотрела, что актуального в городе происходит и что обсуждают люди, и пошла бы, узнавала их мнение, набрала синхрон. Слушатели и Дарья не только прошлись по теории, но и по практике. В завершении мастер-класса ребята поработали в настоящей взрослой съемочной группе, и им предоставилась возможность записать интервью у моей коллеги. Многие студенты выразили желание серьезно попробовать себя в журналистике. Для этого коллектив «Сургутинтерновостей» готов предоставить им площадку для обучения и совместно поработать с начинающими акулами пера в части создания телевизионного продукта. Узнать о том, как это происходит в реальной жизни, как это происходит в полях, с чем люди сталкиваются, ежедневно работая в журналистике, ежедневно работая в средствах массовой информации, с чем они могут столкнуться, какие, может быть, ошибки существуют, чтобы постараться их избежать.